постоянного паса будет забить. А с этой как раз у тебя правая сила. Я. Ну лучше дать, давай не парень. Есть расклад, при котором. А, 0-0, поехали. Есть расклад, при котором ты выходишь. Стой. Если сейчас выиграешь мяч, и ты тоже выигрываешь, мы с большим отрывом по очкам, допустим. Нет, там. А у вас один был, да, или у кого один был? У тебя? А, нет, не у тебя. Ну там, да, там у них было, да. У них было 15-1. У них-то было 15-1, сейчас у них нет, там очка не было. Не, ну, третий все равно. Третья. Я что-то тормозил. Слушай, надо выиграть, а то будем играть вместе в этой лиге. Ты же мне его подавал. Он принял. Это Илья, это я, Кирилл. Это надо тебе кино про каратистов, да, снимать? Да. Я... Да нет, я... Все, я... Я включаю, сейчас обратно. Алло! Ты чего? А, слышишь, что ты... Да, прости. Ты что, ты сейчас за все пришел? Я переключился на этот блок и да, да, одна мысль да, в голове включается, проигрывать, я перегрелся. Ну все, КГР. Значит, нам надо сдуться. 2-1-2. Грей! А я видел, что он, ну, ты пошел и это, потом остановился и удивился. Наш? Ну туда! Играй. Ну да. Блок! Надо в противоход ловить. Ну, окей. Я плохо, гаднул. На самом деле. Ну это не повод, чтобы я туда пас отдавал за сетку. Бля, хорош. Гони. Хорошо, да, пас. Поварак. Давай. Вот здесь комфорт. Так нормально можно еще. Заберу. Не надо будоражить сознание Влада. В его мире все идеально, у него не было сетки. Вот так вот, да, я поехал, как успешно там борта играет. Фор-фор. Я ж тебе пас дал, чем берешь? А я забрал пас. Чисто было. Просто неправильно принял головой я. Да. Возьми, правда. Ну эти диагональные побольше двигать, а кто там побольше? Нет. Хорош. Да я, блядь, все отдал. Сука, в руки, а. Не-не-не, я так и думал, я просто сомневался, что вышло.
мне надо было бежать, а 5, 5. Я 100, начал да, тянуться и решил, что я очень длинными руками. Да? Профессиональный ты этот. Да, я коротышки. А, да? Что, когда ты не ростом измешишь всех, и физически ты не круче? Хочу, слышь, не могу. Ну, так-то все ничего, но лошадь там не понравилось. До этого играли в игры. Красавчик! Да, там, там все там утекают, скажем, там сейчас. Вообще стрёмно. Да, кончится. Я понимаю, что это не так. 100%. По 6, да? Я не понимаю, как вы. Откуда у вас 6? На 2-6. Я пошёл. Ты подавал, ты продолжаешь. Даже соперник еще ни разу не был. Ну так, где-то что-то там. Чуть-чуть сносит на коляску, буквально. Я. Простите. 7-6. Я должен на тебя ориентироваться. А, да. На самом деле я его в любом случае вытащил уже. Да, нет, ты просто очень далеко стоял. Я почти у сетки стоял. А, ну. А ты за мной уже, короче. Ты уже не вариант. Надо было верно хорошее. Опасно. Спасибо! О, это прям красиво было, да? Они подавали сейчас, да? Так, 8-7, да? Давайте судья посчитает, что тут дышать сложно. А, сори, да, сори, давайте, какой счет? 8-7. Понял, давайте. Не даже судья счет считает. Да. Все, пожалуйста. А-а-а! 8-8. Блин. Кого сезон поставили? Че? Я сбился, сори, в 0-8. Плюс один. Нет, плюс два. Плюс один до этого. Оказалось, тоже плюс два. Куда? Подождите, не отвлекайтесь. Это я у вас не знаю. Мы туда скандируем. Два мяча! Два мяча! Я же к ней бегу посылать.
чуть до тебя не попал. Такой! Ну как я умудрился из-под самой сетки все равно им перевести на ту сторону, я не понимаю. Потому что ты упускаешь тот момент, что ты на блоке играешь. Ты почему-то на защиту ориентируешься. Защита моя. Твой контроль сетки. А ты назад убегаешь, потом вперед возвращаешься. Нет, сейчас я один был, нет? А почему, почему? Ваш подать. Это я просто. Нет, смотри, вот. Ты должен подышать. Да, да. Сюда пошел. Ага. Сюда пошел, а потом вот там. Давай, ребята. А должен просто вдоль сетки бегать. Ну да. Приехал. Подходи. Идеально. Подожди, ты выиграй, давай сначала. Слушай, ну у нас соперник. Спасибо. Хороший. 3-8, переход. Давай. Там полиции охранять. Два мяча. Саш, пни, пожалуйста. Просто идеальный. Пас у вас хороший был.